Здравствуйте, вас приветствует канал Espero.com. Хочу показать, как настроить эмулятор RPCS 3 для того, чтобы поиграть в ледниковый период 3 эры динозавров. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Стабильную прошитую сборку. Я себе уже ее скачал и приступаю к разархивации в корень диска C. Ссылка на бесплатные архиваторы будет в описании. Запускаем. Ставим обе галочки. Продолжить. Геймпад. Я играю на клавиатуре, поэтому выбирается Keyboard. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх. Теперь на клавиатуре нажимается эта клавиша, что станет вверх. Так по аналогии весь геймпад и настраивается. Если у вас есть настоящий джойстик и вы хотите с его помощью играть на этом эмуляторе, то можете посмотреть видео о том, как это сделать. Ссылка будет в описании. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Конфигурация. Здесь ничего не меняем. Здесь вулкан. Двойка. 50. Кому-то, если нужно улучшить качество картинки, может двинуть вправо ползунок. Ну, приблизительно Full HD. Пройдемся дальше. Но если центральный процессор не справляется, сбрасывайте все по умолчанию. Ну, пусть так будет. Save. Так, теперь в окошко эмулятора перетаскиваем папку с игрой. Сразу появляется игра. Правая кнопка мыши, boot. Компиляция начата, какое-то время придется подождать. Компиляция окончена, запустилось окошко с игрой. Мы закрываем. Попробуем обломать все заставки, какие сможем. Ледниковый период 3. Эра динозавров. Продолжить. Новая игра. Да. Да. Пускай здесь. Так, крошка Персик, поскольку твои родители поручили мне за тобой присмотреть, я расскажу тебе сказку. Да, качество, конечно, и графики супер. А как же я? Да, Диего, но только у одного из нас есть родительский опыт. Сид, у тебя так, нет. Так, обламываем это. Давайте игровой процесс посмотрим. Подходящий момент, чтобы отвлечь Элли! Так, это что за лишнее? А, не сейчас, Сид. Я расчищаю путь. Отличный дубляж. Шикарный. Заговори ей зубы, а мы улизнем. Эй, Сид, ты проснулся? Что, уже полдень? Супер шутка. Элли, тебе не кажется, что солнце стало сильнее греть, а? За выдающиеся заслуги в области пронесла. Да, качество картинки вообще умереть не встать. Бип-бип, ура! Не отставай, прыгай через бревно! Так, это обучение у нас, насколько я понял. Стукни хвост, посмотрим, что там. Ягоды. Двигаем сюда! Сид, за нами! А вот еще. Ого, он как краш закрутился. Так, а это замороженное.
Отлично. Уже иду. Ух ты! Идеальный подарок! Сид, достань этот кристалл! Ребята, я... Я отражаюсь в кристалле. Какая я большая. Вперед, в прекрасный новый мир. Ты уверен, что дерево не упадет? Пройди по нему и узнаешь. Да, действительно, есть один способ это узнать. Полигоньку! Набей руку в наскоке! Или брюхо! Или брюхо, отлично. Прыжок наскок! А теперь наскок! А вот что. Мы стреляем, Си, а мы здесь подождем. Мы сразу за тобой. На костыляем. Нехороший бобер. Их много. Вроде на костыляне. Задаем жару. Ну, графика волшебная, вообще да, супер. Но нам загораживает. Поспеши, Сид, нас ждут кристаллы. Ладно, я уже иду. Оттолкни камень палкой. Какой палкой? Камень сам не укатится! Так, а что с паутиной? Никак. Hey,
Осторожно! Не упади с гриба! И? Еще чуть-чуть! Это он? Ё-моё, свалился. Вкусно. Нет, ты бы без яйца. Я полагаю, паутине конец. Это не совсем по льду. Огонь есть. Паутина? Там, за нами! Эхо! 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 Не справлюсь! Я не справляюсь! Огонь от нее и следа не оставит! Ну да ладно, все показал. Отлично, игра эмулируется. Шикарная здесь графика. И своего любителя она точно найдет. Меня даже затянуло. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал spv.com. Ставьте лайки, заходите на наш сайт spv.com.com.